настроением, поэтому мы решили открыть наш концерт вот такими, как я называю, музыкальными открытками. Это два дуэта Яна Владислава Дюсека, до мажор и фа мажор. Это чешский композитор рубежа 18-19 веков, и сам он был пианист, но окружен был арфистом. У него была мама Вероника, арфистка, и жена арфистка. Поэтому деваться было некуда, он писал очень много для арфы. Сам он был одним из первых гастролирующих пианистов. Сейчас это нередко, сейчас любой знаменитый пианист ездит по миру, дает концерты, а Дюсек был первопроходцем в этой области. Он ездил по Европе, бывал в России. И даже, его, скажем так, фанаткой была Мария Антуанетта, которая сама играла на арфе. Вот такой вот был композитор. А сейчас мы с вами перейдем во Францию и послушаем произведение Марселя Думье. Это французский композитор, всю жизнь прожил во Франции и прославился в первую очередь как педагог. И в своих сочинениях он очень умело показывал возможности арфы, всякие акустические эффекты. У него много произведений для арфы соло, для арфы ансамбля. Сегодня у нас вечер камерной музыки, и мы сыграем произведение Марселя Думье для арфы, виолончели и фортепиано. Марсель Турье учился в Парижской консерватории у такого мэтра арфового Альфонса Хассенманса, который воспитал целую плеяду арфистов, которые сделали 20 век. Это был Марсель Турье, это была Лили Ласкин, это два арфиста, которые ехали в Америку и там открыли, собственно говоря, арфовую школу. Это Марсель Транжани, Карлос Сальседо, это Пьер Жаме. И Генриетта Ривье, одна из самых выдающихся арфисток и композиторов педагогов 20 века. А Марсель Турье, собственно говоря, вот после Альфонса Хассенманса и занял его пост преподавателя в Парижской консерватории. И тоже его ученики очень много принесли и в арфовый репертуар, и в арфовое исполнительское искусство, его продвижение. Вот, а сейчас я бы хотела пригласить на сцену, сейчас есть с нами Нана, великолепная пианистка. Нам присоединится Ростислав вместе с виолончелью. Thank you.
Thank you.